Наша следующая номинация – «Боец невидимого фронта». Наша работа сложная, опасная. И для обеспечения жизнедеятельности одних, другие стоят на страже 24 на 7. 24 на 7. В номинации «Боец невидимого фронта» представлен. Что за ерунда? Может, ты попробуешь? Итак, номинации представлены. Что за ерунда? А, кажется, я понял. Эти герои предпочитают оставаться в тени, но с одним из них нас познакомит Аня Рожнова. Ребята, привет. Сейчас мы узнаем, кто же выиграл в этой номинации. Вскрываем конверт, и это Ксения Минкина. Ксюша, спасибо тебе огромное за твою безупречную работу и поздравляю тебя.